Мен Гулиев Алевсет. Я Гулиев Алевсет родился 10 июля 1947 года в селе Софулу Гаракельсинского района Зангизурского махала Западного Азербайджана. 8 лет учился в средней школе села Софулу, а 9, 10 и 11 классы в соседнем селе Дастаюрт. Армяне называли его Дастакерт. В школе был армянский и азербайджанский сектор. Я окончил школу на азербайджанском. Мой отец Гулиев Гюлюш, 1923 года рождения, инвалид первой группы Великой Отечественной войны, в которой участвовал. Моя мать Гулиева Мехлюге умерла там в очень молодом возрасте, когда ей было 35 лет. Наше село находилось у подножия Зангизурского горного хребта. Там были горы Гырхлардах, затем Гемерлю и другие, названия которых я позабыл, хотя я верхом изъездил их вдоль и поперек. Мы спускались с горы Гырхлардах через впадину Гызгялин в село Аравса или Хадах Нахчевани и возвращались обратно. Наше село находилось примерно на высоте 3630 метров над уровнем моря. Это были интересные дни. Мы ходили на яйлагерь. Во время каникул мы также пасли скот, ягнят и овец. 2 года подряд, летом по 2 месяца, я даже пас совхозный скот. То есть я был студентом, но летом работал в совхозе. У меня достаточно много впечатлений. Исконная родина предков очень красива. Ничто не заменит родные земли прадедов. Они покоятся там. Свадьбы в нашем селе проводились очень красиво и длились 3 дня. Звук зурны разносился по всем горам. После застолья этот звук еще долго звучал в наших ушах. Свадьбы были очень интересными. Существовали присущие нашим местам игры. Например, когда я был ребенком, мы чертили круг и играли с ремешком. Того, кто был в кругу, старались задеть ремнем, а он старался наступить ногой на ремень и забрать его. Теперь таких игр больше нет, а было очень интересно. На наших свадьбах танцевали в яллы. В начале круга стоял человек с палкой в руке. Гости должны были танцевать по его указанию. А если танцующий неправильно выполнял элементы танца, то он палкой бил его по ноге. Наше детство прошло верхом на лошадях. Мы скакали на яйлаги Таровлу, Чопарлы, на гору Гырхлар, впадину Гызгялин, Архашан и так далее. Мы гнали лошадей, а потом старались поймать их на лугу. Затем галопом мчались на гору. По соседству с нашим селом находились села Аравса и Джомердли. Мы скакали через место, которое называлось Архашан. У нас были родственники оттуда. Например, моя тетя и другие родственники. Они приезжали на свадьбу в наше село. Когда они возвращались обратно, если не было машин, мы отвозили их на лошадях в Джомердли, а сами шли пешком. Потом оттуда мы возвращались на лошадях. Помню, там находились развалины села Хортюс, или как его называли по-другому, Хортагис. Оно было разрушено во времена Андроника. Армяне подвергли его самому большому насилию. Они окружили все село и оставили один только выход, чтобы жители смогли выбраться только оттуда. Но выбравшихся жителей на той стороне убивали. Такова была армянская уловка. Об этом мне рассказывал мой дед. Его звали Абиль, а Хамид был моим дядей. Также были дядя Гулу, дядя Нуряхтин, дядя Алиш и другие ахсакалы нашего села. Во всех селах были ахсакалы. Был еще долгожитель Ахсакал Ислам, который тоже рассказывал нам свои воспоминания. В 1901-1908 годах армяне напали на наше село и изгнали население. Затем, в 1918 году, изгнание произошло во второй раз. Мой дядя Алиш
родившийся в 1918 году, был отправлен в Нахчеван, будучи младенцем. Мой отец родился в 1923 году. Они оба сами пережили эти события. Дед рассказывал, что через некоторое время после изгнания он с семьей вернулся обратно. Однажды в селе Эглетен, в доме знакомого армянина, он увидел азербайджанские кавры. Дед спросил, почему наши кавры здесь? Армянин ответил, что было, то в прошлом. Армяне украли кавры из домов многих знакомых азербайджанцев, изгнанных оттуда. Такова армянская сущность, армянская нравственность. Я помню эти воспоминания моего деда. Доверять армянам нельзя. Это было всегда заметно. Мы видели это и в школе, учась в параллельных классах. Помню, в школе в Дастаюрде были кружки самодеятельности, и мы записались туда. Руководитель кружка был армянин. Этот армянин подготовил национальную песню, которую пел хан Шушинский. Песню должны были исполнять в виде дуэта я и армянская девушка. Она должна была исполнять на армянском. В те времена, в 60-е годы, во времена социализма, существовало равенство народов. Гнусные игры армян больше всего начали проявляться в 1964 году. До проявления их националистического шовинизма советская система еще действовала. Еще существовал интернационализм. Мы подготовили песню. Музыка заиграла, и я спел один куплет. Но как только девушка начала петь, разразился скандал. Армяне стали кричать, что, мол, почему турок поет с армянкой? И таким образом концерт был прерван. Когда мы учились в 11 классе, уже начали наблюдать неприязнь к нам. Когда мы шли в школу, армяне учили маленьких детей у дороги, чтобы они подходили и бросали в нас камни. А если мы ругали их за такие поступки, ребята постарше выходили и нападали на нас, говоря, мол, зачем вы бьете малышей? Вот такие грязные приемы они использовали. Вокруг нашего села было много источников. Состоятельные люди проводили воду этих источников в свои дворы. Существовали родники Сойхбулах, Кошабулах, Куртлубулах, Тивлярымбулах, Чичехлибулах, Теровлубулах, Гошачешме и множество других. В 1972-73 годах в школе нашего села было по два параллельных класса, в которых обучалось до 40 учеников. Но через 5-6 лет функционировал уже только один класс. В 1980-е годы в классе уже не хватало учащихся. Начались депортации, организовывались всевозможные погромы. Сначала стали объединять села. Ишыглар, Кызыл Шафак, Софулу и Мурхуз объединили в один совхоз. Раньше его директором был азербайджанец. Армяне объединили армянское село с другими селами. И с конца 1960-х годов началась целенаправленная депортация. Она проводилась совершенно преднамеренно. То есть армяне запретили преподавание армянского языка в средних школах и тем самым не давали вернуться в село тем, кто получил назначение из института. В селе остались только пастухи и учителя. Если корнями я из этой земли, я должен вернуться туда. Я не должен нарушать баланс. Я хочу сказать, что человек должен вернуться туда, где родился, и тогда баланс мира не будет нарушен. Все происходит по воле Бога. Там вы жили и работали. Там проходили ваши счастливые и печальные дни. Там вы теряли своих близких. Там их могилы. Их души бродят там. Их души очень беспокойны. Я верю, что существует потусторонний духовный мир. Когда мы засыпаем, душа покидает наше тело, а духи возвращаются в места, которые мы видим во сне. Я чувствую, что наши души бродят там, посещают дом моего деда и могилу моей матери. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди, потерявшие свою землю,
потерявшие свою истинную родину, могли радоваться от всего сердца. Даже если такой человек говорит или смеется, в его душе живет тоска. Когда человек стареет, он становится чувствительным. Я тоже стал таким. Когда я вспоминаю те места, меня охватывает волнение. Я вспоминаю своих сверстников и то, что я потерял. Я хочу вернуться туда и посетить могилы наших родственников. Я уверен, что безземельные армяне рано или поздно покинут азербайджанские земли, отданные русскими им. Я в этом уверен. Надеюсь, что Зангезурский коридор тоже откроется. В гора Кельсю мы поедем на своих машинах из Баку. Нас ждут те источники, те горы, те реки. Наши разрушенные дома тоже будут заново отстроены. Сегодня вы видите, как армяне разрушили все в Карабахе. Но под контролем уважаемого президента ведутся строительные работы, прокладываются тоннели. Это все чудесно. То есть достаточно иметь родину и любовь. Мы вернемся в гора Кельсю и Гёйчу. Наша молодежь построит дом на своей земле, восстановит свой очаг. Мы вернемся. Мы поедем туда. Я в этом уверен. Я верю в это всей душой. Но в силу своего возраста, я желаю, чтобы это случилось побыстрее. И я смог бы поехать туда. Вдруг мне не повезет. Но надеюсь, что я увижу это.